Массовое отравление детей в Северодонецке. В больнице попали 15 школьников от 10 до 12 лет. Об этом в Фейсбуке сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай. Причем двое ребят сейчас находятся в реанимации. У остальных состояние средней тяжести. Накануне дети из разных городов, районов принимали участие в благотворительном празднике. По словам родителей, там были блины и сладости. И уже спустя несколько часов школьникам стало плохо. Сейчас следователи проводят проверку. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение санитарных норм».